Друзья, короче, все начинается, и я очень рад, что на мой день рождения пришло такое значительное количество музыкантов, слушателей, может быть, и не так много, но я хотел бы позвать Владимира Раскевича и его банду на сцену с тем, чтобы они начали этот праздник в жизни. Я думаю, они готовы, они настроены. И своих музыкантов Володя объявит, надеюсь, сам. Потому что всех надо знать в лицо. Да. Это работает микрофон, да? Никит, а давай уберем все микрофоны, кроме одного. Да. Это, наверное, правильно. Которые в районе. Начинает, я убегаю.
Дорогой Андрюша, с днем тебя рождения и, как это, шоколадной жизни. А мы сегодня презентовали так называемый новый проект, который называется «Мона Лиза», посвящается Годидли, не знаю как он. Спасибо. Открыть курсор, эти бабы.
Thank you.
всегда приятно играть с такими классными музыкантами. Андрей, с очередным днем рождения. Надеюсь, мы будем еще вместе долго играть и музицировать. Спасибо. Барабаны, Валина, Лужко, бас, видите, Шумилов, Небоста, Израиль, Федор Амиров, саксофон, Павел Шумилов. Thank you.
Thank you.
Thank you.
и следом будет другой номер. Александр Скалов, Антон Ефимов, Павел Шульев, пожалуйста, на сцену. Thank you.
Thank you.
все начало ходить. Александр Соколов отделал. Александр Соколов, где вы? Thank you.
Андрюшенька, с днем рождения, с полуюбилеем. Мы тебя любим. Спасибо.
Не заметит зло никакое.
Thank you.
пел от этого, от этого клавиша в разных клавишных инструментах. Ну и немножко других друзей. Александр Соколов играл акустический рояль. Ну, в общем, если я кого забыл, простите. Если... Да, какие-то. Валерий, это замечательный девчонок, совершенно. Вот. И спасибо вам, что вы все это выдержали. Еще человека надо. Так что спасибо. Я как выжить не мог. Да. И увидимся еще 3 числа у нас будет не очень веселый концерт в клубе «Массолит» на Тверском бульваре. На Сретенском бульваре. Дело в том, что, к сожалению, вот когда некоторое время назад я здесь презентовал пластинку «Наяба», я говорил, что, к сожалению, люди смертные, и у нас, по крайней мере, 2 покойника в группе было с тех пор, как эта пластинка была издана. А вот сейчас виолончелист, который играл на обоих этих концертах здесь, в клубе «Козлова», и на многих других площадках, он, к сожалению, 2 месяца назад утонул. И, к сожалению, погиб брат Володи Кошко, барабанщика, большого барабанщика. И вот эти грустные события, мы хотим как-то о них подумать с инструментами в руках в клубе «Массолит» 3 числа. Это Сретенский бульвар. А здесь все весело и хорошо, и правильно, мы не думаем ни о чем, кроме как о том, что очередной день рождения.